С 1 июля начнет работать закон о межведомственном взаимодействии. Раньше, чтобы получить государственные услуги, нужно было долго собирать большой пакет бумаг. Теперь у клиентов наступает совсем иная, почти беспроблемная жизнь. С понедельника конторы, офисы и службы будут сами контактировать между собой и сами же соберут все необходимые сведения. Для этого создана специальная онлайн-система. На электронный документооборот переходят все организации. По интернету станут принимать и отчеты. К этому полностью готов Фонд социального страхования. Подробнее в сюжете Дарьи Бакуниной. Так, где ваши документы? Очереди и кипы документации. Расчетная ведомость формы 4 ФСС по содержанию крайне сложная и объемная. Отчет о потраченных страховых средствах на пособия по временной нетрудоспособности и в связи с материнством. На выплаты при профзаболеваниях и несчастных случаях и так далее. Все это занимает около 13 страниц. Это превращает кабинет отчетных центров в бумажные замки. Время на сдачу отчетности сегодня потратится немало. Это пробки на дорогах, расходы. Плюс состояние в очередях к специалистам и так далее. Все это требует затрат как физических, так и моральных, и финансовых. Сегодня все эти проблемы можно решить одним кликом мыши, отправив отчет в электронном виде. Не нужны шариковые ручки, документы заверяют с использованием электронной цифровой подписи. Тормозят прогресс сегодня те, кто не знает, как это сделать. За их обучение взялись в региональном отделении Фонда социального страхования. Еженедельно специалисты учреждения проводят для работодателей бесплатные семинары. Закон всех обяжет сдавать отчет в электронном виде. Тем более, что фонд переходит на новую форму работы и при этом будет необходим использовать ключ ЭЦП. Всю информацию о семинарах, о новой форме работы и подаче документов в электронном виде можно узнать на сайте учреждения. Дарья Бакуйна, Арат Мухамедьянов, Вести, Татарстан.